Вот, оказывается, можно брать ток из аккумулятора. Просто на него крокодила закинул. Один крокодил, одну прищепку. И он горит. Померил 12,7, 12,8 выдает ток. Аккумулятор тут. Проверю сейчас. Поработал 2 часа. Вот аккумулятор. Сейчас померю, какое напряжение. Ну, лампочка, по-моему, 2-ваттная. Попробуем. За 2 часа напряжение упало на 0,2, 0,1 вольта. Так что аккумулятор действительно мощный.